Всем привет! Сегодня будет у нас обзор последнего оружия из старой крафтовой системы, которая была в сервисах Kraken. Играем с модами и сразу сходу показываю вот такие вот моды, которые показывают, которые увеличивают стабилизацию прицела, увеличивают скорость прицела, но при этом уменьшают стабилизацию прицела. Собственно, из-за этого дебафа я поставил мод на стабилизацию, на увеличение. Ну и уникальный мод на плюс урон, но минус скорость прицеливания и минус темп стрельбы. Вот такой. Такую вот сборку я на Kraken поставил. В принципе, я бы хотел попробовать пойти уже поиграть с ним на рейтинговые матчи. Посмотрим, каков Kraken с модами в 2024 году. На момент записи, если вдруг вы из будущего, метовая броня в Warface Варяг. Готов. Готов. Можно пробовать подсадку, в принципе, если успею. Ну-ка, может быть, отсюда бы кто-нибудь выйдет прямо под прицел. И я попаду желательно бы. Медик мансует. Байтит меня. Давайте подкину вверх бомбу. Сам давай. Найс. Все. Готово. Крадется. Попробуем квадратик зайти. Может, они тоже пойдут. Блок есть. Стоят. Один прицел. Один будет. Оп, так вот, на подсаде, значит. Найс. Найс, найс, найс. Квадрат прокидывает, смотри. Один прошли. Там один штурм. Окей, ты промазал. Такой не промахивается обычно. Нормальный снайпер такой не промазывает. Ну, в принципе, я не нормальный я снайпер, так что. Ах, нет. Давай. Мед первый этаж наш. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Зига? Нормально. Между ангарчиков. Центр за тобой. Еще. Ладно. Неплохо. Ну что ж, задушили, ничего не скажешь. Ну погнали, двойку. Сейчас мы вас там оформим по-быренькому. Ну или меня в крайнем случае. Первый. Готов. Второй. Пошел. Промазал. И вот так вот. И все. Против четверых играем. Стыдновато даже, наверное, такое будет вставлять. Нет. И все. Царь во дворца, царь во дворца. Вот так вот дела и делаются. Против четверых. Ну. Выходим, 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 выходим. О! Вот и вы вылез наружу. Так называемый минус Кракена даже с модами. Я ваншотнул я. Штурмульку. Ох. Ох. А какого хрена? Послушу. Я
Фула. Как он откуда залетел? Блин, он прошел. Пошел к тебе. Не хвалите меня, пожалуйста, не надо. Пишите в комментариях, хвалите вы меня или нет. Нет. Собственно, на это все, я больше килла не сделаю. Оп. Прокинул. Замочил. Еще одно. Это нерочка все. Он просто сидит, я уж испугался. Пока. Этот-то где был? Батя нормально? Ну, еще раз вот, напоминаю, вот такие вот моды у меня стоят. Может быть, у вас есть сборочки поинтереснее, пишите обязательно в комментариях. В целом, что я могу сказать про Кракен? В целом, он, ну, он еще играбельный, я бы сказал. Да, у него уже начали появляться периодически не ваншоты, то, что вы сейчас только что видели на дворце, что меня очень подвело. Так что Кракен уже начал сдавать позиции. Возможно, мод на урон вот этот вот может сгладить эту ситуацию, но не факт. Сам факт того, что уже даже с одним этим уникальным модом Кракен не ваншотит варяг периодически, это уже о чем-то говорит, что снайперка как бы уходящая. Для многих, конечно, ушедшая, потому что сейчас играет с СВЧ, со стартой, ну и с прочими снайперскими винтовками, которые продолжают водить. В принципе, таково мнение о Кракене. С ним можно еще играть, но рекомендовать, конечно, бы я не стал. Играйте с теми же вышеупомянутыми стартами, если вы снайпер, СВЧ. Что там еще есть? Спагетти. Ну и, в принципе, на этом все. Я все сказал про Кракен. Ну и на этом всем пока.